Вот, уважаемые зрители, вот этот вот прекрасный сквер пролетарский, вот именно вот эту его часть хотели уничтожить для строительства очередного храма РПЦ. Но жители отстояли этот сквер. Ну и вот осталось здесь вот крест, который был установлен, ну, как бы в связи со строительством этого храма. И церковная лавка, ну как же без нее, то есть я в свое время, можете посмотреть, будет ссылка в видео, убедился, что там торгуют, в общем-то, обычным ассортиментом, без каких-либо документов и кассового аппарата, вот. Я считаю, что поскольку сквер отстояли жители, значит, должно быть вот это вот великолепие убрано отсюда.